Всем привет, с вами Артур, и сегодня в ремонте Jeep Compass. Буду ремонтировать перед. Вот такой экземпляр. Капот, балку бампера, бампер. Фары будут меняться. Но остальное после разборки. Так, разобрал. Сейчас лучше видно. Итак, лонжерончик буду делать. Крылья тоже подровняю. Эту часть поперечины тоже в ремонт. Ну что, начинаем ремонтировать. Первым делом я делаю лонжерон. Итак, лонжерон сварен. Теперь мне нужно приварить крепление балки бампера. Его я привариваю вместе с балкой. То есть устанавливаю балку, прикручиваю к нему вот крепление и затем только свариваю. Thank you.
так как бы все сварил и теперь измеряю высоту, диагонали, расстояние. Если надо, корректирую. Итак, подогнал под размеры и теперь примеряю фары и бампер. Итак, собрал, установил бампер, фары. Как видите, зазоры хорошие. Здесь нету крепления бампера. Оно будет поставлено потом, когда будет куплено. Ну что, можно готовить покраски. Шпаклюю где надо, грунтую и крашу. Ну и зачем собираю. Ну что, вспомним, такая машина была, такая она теперь. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!